Понимаете, я предпочитаю продолжать думать. Вот, потому что само по себе это комфортно. Вот, потому что ты постоянно находишься... Что такое мышление? Это постоянно ты смотришь отклик реальности на то, что ты делаешь. Если вы составили план и собираетесь по нему идти, то вы в какой-то момент имеете риск подумать, что ваш план знает, что будет происходить дальше.